«Все так плюс». Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы «Все так плюс» из цикла «Властители». И, наверное, сегодня последний, потому что советская эпоха подошла к концу в нашем течении времени внутри нашей программы. Но, тем не менее, у этой программы тоже своя история и свой дополнительный выпуск. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки этой программе и всем, которые вам понравятся. Обязательно обсуждайте то, что вы здесь видите в соцсетях, а также вживую со всеми, с кем вы считаете возможным это обсуждать. Ну и эту программу, как и все другие программы этого цикла, постоянный соведущий нашей программы Максим Кузахметов, петербургский историк, представляет. Максим, здравствуйте. Добрый день. Ну, я Марк Нуждин. Сказал уже практически все, что должен был сказать в начале, но еще, конечно же, советская эпоха у нас подходит к концу, а вернее, уже практически подошла, и на прошлой программе мы даже планировали ее завершить. Но по многочисленным просьбам и напоминаниям со стороны наших зрителей и слушателей, то есть с вашей стороны, все уважаемые наши постоянные соучастники канала «Все так плюс», нам напомнили про ГКЧП. Конечно же, руководители ГКЧП, они же тоже претендовали на то, чтобы возглавить Советский Союз, а стало быть, и о них тоже нам вроде как надо сказать. Да как будто бы даже возглавили Советский Союз, вот то, что от него оставалось в конце лета 1991 года, поэтому совершенно разумно, что про них тоже надо рассказать. Ну, там просто их сразу 8 было членов ГКЧП. Это с одной стороны. А с другой стороны, не всякий вспомнит, кто были эти люди. Потому что по своей безликости, по вот такой вот уникальной серой массе, по неотличимости друг от друга, они, по-моему, превзошли даже вот этих вот серых и бездарных членов Политбюро, которые на вершине геронтократии правили Советским Союзом. Ну, давайте тогда по порядку, что же это такое было. Потому что вот действительно получается, что в 91-м году, вроде бы, с одной стороны, проводится референдум о сохранении Советского Союза, а с другой стороны, начинаются процессы, с которыми Москва уже не справляется, пытается силовым способом вмешаться, например, в события в странах Балтии. Да, это драматические вильнюсские события, штурм телецентра или попытки навести порядок в Латвии с жертвами, а в то же время, с одной стороны, не хватает еще большей жесткости, а с другой стороны, непонятно, как вообще с этим поступать, если сотни тысяч людей в этих странах открыто объявляют о том, что теперь у них будет независимое государство, и они его как будто бы не на пустом месте придумали, а они к нему возвращаются. У них уже была независимость до советской аннексии, в эпоху перестройки были опубликованы вполне честные по этому поводу материалы, пришлось властям Советского Союза признать преступный пакт Молотова-Риббентропа, сговор, да, напомним в очередной раз, между Сталиным и Гитлером о разделе Европы, о том, что Балтия становится зоной интересов Советского Союза, поэтому Советский Союз просто захватывает эти страны, аннексирует их. И в Балтии с этим не согласны, никто никогда, ну там даже можно не погружаться в эти формальности, правомерно это было, неправомерно, в общем, ничего Москва с этим поделать не может. Еще вот, еще более забавно, еще раз вот напомню, и референдум ничего по-своему не дает, потому что, например, в странах Балтии власти местные отказались его просто у себя проводить. Это там ваши дела, у вас там где-то в Советской империи, нас они вообще не касаются. И Горбачев вроде бы как готовит союзный договор, его, кстати, в этом очень активно поддерживал Запад, страшившийся распада. Почему? Этот распад только всем лучше стало. Ну так вот, но подразумевается, что все-таки без стран Балтии, например, а вроде бы и Закавказье, и там свои процессы. Ну, в общем, на волне всего вот этого происходящего, тем более, что в сознании миллионов людей творится что-то немыслимое, такого быть не может, Советский Союз никогда не распадется, всем же было хорошо, сколько лет, да, люди эту пропаганду внушали. Тут, правда, еще один очень серьезный фактор, что ладно бы все это касалось только Советского Союза, а ведь у нас был блок, у нас были еще страны-союзники в Восточной Европе, а там вообще уже ничего невозможно поделать. На пути к полной независимости от Москвы, полным ходом, да фактически уже и ушли от этой зависимости и Чехословакия, и Болгария, и Румыния, там все само по себе происходит, и в ГДР абсолютно уже неуправляемые процессы.
Ну так вот, и тем не менее, удивительным образом, внутри Советского Союза, кроме миллионов так называемых простых людей, которые не понимали, что это происходит, как такое может быть, во власти оказались, тем не менее, консерваторы, радикалы и, как могло бы показаться, решительные люди, которые категорически не согласны с развалом грядущим Советского Союза, которые так и говорят: перестройка зашла в тупик. Смотрите, что мы видим. Вот на волне всех вот этих вот разоблачений, вот с этой всей гласностью, мы видим проблемы в экономике, мы видим рушащиеся устои, беспорядки. Кстати, лишний раз напомним, к тому моменту, к 91-му году, действительно, кровавые столкновения в отдельных частях Советского Союза уже происходили. То есть это еще раз к тому, что пресловутый, ну, Карабах уже стал нарицательным, да, понятием, что вот нельзя допустить распада, а то будет Карабах. Так вот, события в Карабахе, конфликт между армянами и азербайджанцами начался задолго до распада Советского Союза. И напрямую эти события вообще так связаны очень условно, поэтому все наоборот происходило. Сначала начались кровавые столкновения, а потом уже распался Советский Союз. Это все вот про будущий крах путинской империи. Не перепутать последовательность событий. Ну и, соответственно, 8 человек умудряются объявить себя Государственным комитетом по чрезвычайному положению. И 19 августа ранним утром граждане Советского Союза, которые еще существуют, включая телевизор или радио, заслушивают эти вот самые сообщения. Все идет по советской такой вот классике. Горбачев в это время в отпуске. Но у него, видите ли, состояние здоровья пошатнулось, поэтому он не может исполнять свои обязанности. И вот эта группа людей объявляет себя исполняющими обязанности по наведению порядка, по руководству, а их лидером становится Геннадий Янаев. То есть подразумевается, что это вот, ну, некий Леон, что ли. Вот, да, у него там тоже же был на каком-то этапе свой триумвират. И у Цезаря когда-то был свой триумвират. То есть вот должна быть какая-то такая коллегиальность. И здесь дальше, ну, мы подробнее про них, про всех расскажем, не срабатывает ничего. Все это воспринимается миллионами людей как какое-то недоразумение. Что-то непонятное происходит. Самое интересное, что в последующем, так как все благополучно, кроме тех, кто застрелился, один из членов ГКЧП только оказался таким решительным, остальные все выжили, и потом годами рассказывали: да это все ГКЧП, это Горбачев придумал. Это что, он дал задание подготовить проект законов о введении чрезвычайного положения, а то мало ли что. И Горбачев потом тоже впоследствии говорил: да я же знал там, что они что-то готовят, поэтому все у меня как будто даже было под определенным контролем. Ну так вот, Горбачев находится далеко на юге, а эти вот люди в Москве собрались, подготовили декларацию свою и объявляют, что с 19, соответственно, августа у нас вот чрезвычайное положение, в Москву надо вводить войска, чтобы беспорядков никаких не было, эти войска действительно в Москву входят. И дальше начинаются опять события, которые трактуются фанатиками Советского Союза, фанатиками империи, как роковые ошибки. Как же они такое допустили? Ну, а мы можем только констатировать, что сами по себе эти люди, к счастью, оказались и не кровожадными, и нерешительными, да какие еще могли быть? Вот на вершине этой власти. Они и так-то там все под конец, ну, там же каждый боялся каждого. Мы же подробно рассказывали про всех этих вот наследников Советской империи, которые, пересидев всех решительных и всех их, и избавившись от них, от всех, друг друга-то не доверяли. А потом еще приходит Горбачев, который избавляется от своих потенциальных конкурентов и окружает себя тоже теми, кто вроде бы никакой опасности ему лично представлять не должен и не может. Ну и вот уже тогда был на вершине популярности Борис Ельцин, который себя позиционировал как защитник демократии. Ну, на том этапе, в принципе, он и был, и говорил достаточно откровенно, у него тоже была масса сторонников. Вот у нас есть Российская Федерация, давайте вот сосредоточимся именно на этом, это вот в первую очередь, это вот россияне, мы должны переживать о них, не надо без конца спекулировать, что нам нужен весь Советский Союз, может быть, весь Советский Союз и не нужен, это не только там и Ельцин говорил. Ну так вот, вроде бы он в Подмосковье находился, вроде бы этот загородный дом тоже был блокирован, а с другой стороны никто не решился дать приказ арестовать его, расстрелять его, не выпустить его, потому что Горбачева как будто бы взяли под контроль.
не давая ему покинуть Форос, да, где он находился в своей резиденции. Хотя, с другой стороны, есть свидетельство, что если бы Горбачев захотел и покинуть смог, ну, позвонить, то точно мог бы связаться. Это не такая изоляция, которая была в свое время у Хрущева. Но тем не менее. А Ельцин еще из своей резиденции уезжает в Москву, приезжает в Белый дом, ну, это вот здание правительства уже Российской Федерации, соответственно, где открыто говорит, а я не согласен со всем происходящим. Это все произвол и беззаконие. Ну, опять, с одной стороны, надо отдать дань должного решительности Ельцина. Так было далеко не во всех республиках Советского Союза, потому что, в частности, в республиках Средней, в Центральной Азии, там такое затишье, ждут, как все изменится. Главы субъектов, да, автономии внутри России многие поддержали действия ГКЧП. Ну, кстати, вот и в республиках, вот Гапсахурдия, который на том этапе был лидером практически независимой Грузии, уже там была декларация о суверенитете, а тем не менее решение ГКЧП почему-то поддержал. Ну, так вот, с одной стороны, кажется, что поддержка есть, а с другой стороны, в Белом доме концентрируются противники, и непонятно, что с ними делать. Это все вот в августе 91 года получается. Ну и, казалось бы, проявите решительность, у вас под контролем армия. В состав ГКЧП вошли руководитель ИКГБ и министр обороны, то есть крупнейшие силовые ведомства, в подчинении у которых миллионы на том этапе людей. Много ли надо, как мы знаем по опыту большевиков, не так уж и много надо было людей, чтобы захватить все власть в столице, а потом дальше уже по-своему должно было бы происходить. С одной стороны, ГКЧП вводят вроде бы цензуру, опять-таки для порядка, вот это газеты разрешенные, все остальное неразрешенные, берут под контроль центральное телевидение, но мистическим образом, например, по каналам. Теперь в это невозможно поверить. Сейчас-то «Россия-1», тогда РТР, да, российское телевидение. Выходит сюжет, что вот Ельцин забирается на танк, говорит, произвол, не допустим, сплотимся, путь чистый. Тогда вот примерно и появилось это неприятное, да, для членов ГКЧП слово «мятежники», какие-то, которые вроде бы как против существующего строя выступают. Радиостанции, вот мы с вами выходцы с «Эхо Москвы», да, в 91-м году, в августе «Эхо Москвы» вещало, ну, там пытались перекрыть передатчики, потом снова подключались, миллионы людей именно оттуда могли, во всяком случае, в Москве узнать новости. У нас в Петербурге абсолютно независимо действовала «Радио Балтика», во что тоже сейчас возможно поверить, где были и прямые включения, и эфиры, и вполне себе честные новости, тем более в Петербурге вообще получилась такая уникальная ситуация. На том-то этапе лидер, да, демократов Анатолий Собчак, выходец не из партноменклатуры, тоже не подходил никак вот под роль союзников, никакой поддержки ГКЧП не организовал, ну а главное, там уже сотни тысяч горожан, которые выходят на улицу. В общем, просто в Ленинград, тогда еще город не был, не вернули ему еще историческое название, туда военные так и не вошли. В итоге ГКЧП так и не решились. Ну вот, ну и вот, ну войска вроде бы в Москве какие-то есть, но дальше надо же брать штурмом Белый дом, а тут начинаются метания среди военных. Вот вот тоже небезызвестный генерал Лебедь на том этапе колеблется, и другие генералы. Ну хорошо, мы, может быть, и пойдем... Где письменный приказ? Вот у нас есть министр обороны, Язов, пусть письменно подпишет, потому что вообще там все было предусмотрено. План там был готов, и штурмы, и разгон. Надо открывать огонь, надо убивать людей. Жертвы там в итоге в Москве, 3 человека погибли, но это вот из-за маневрирования боевой техники, когда под гусеницами они погибли, но так там в этапе стрельбы не было. Вроде бы пытается вести ГКЧП, этот чрезвычайный, эта комиссия, комендантский час в Москве, а все равно десятки тысяч людей ходят. Более того, эти люди начинают строить баррикады. Все выходит из-под контроля. Абсолютно недооценили эти работники ГКЧП так называемую реакцию народа. Вроде бы и бесправного, и забитого, и 70 лет большевики его жестко вроде бы контролировали, всех несогласных, неугодных изводили, высылали. А тем не менее, эти же вот люди, получается, числе десятков тысяч, это не 100, не группа каких-то там маргиналов, а поддерживая друг друга в центре городов, и в Петербурге там то же самое было, баррикады строили, и никто не готов из этих членов ГКЧП взять на себя какую-то серьезную ответственность,
чтобы вот объявить, да, мы вынуждены идти на эти крайние меры, но кого мы видим перед собой? Это бандиты, это преступники, это сейчас необходимо, а то дальше будет хуже. Ничего подобного не происходит. И получается, ну там они еще успели провести пресс-конференцию, тоже вот демократия, конечно, какими-то указами руководить. Они собираются, садятся перед телекамерами, ну и это тоже памятное все. Даже помню, смотришь, вроде бы люди провозгласили себя властью, а сидит Пинаев, у него руки дрожат. Говорят невнятно, никто не может произнести пламенную речь, что-то по бумажкам бубнят. Как вот привыкли у себя там в последние годы, десятилетия там даже, да, в политбюро по бумажкам все читать, а дальше все как-то само по себе происходит. А тут ничего не происходит само по себе. Ну и самое уже невероятное, когда у меня 21 августа просто день рождения, почему я тоже помню хронологию событий, вроде как надо отмечать, молодые все, студенты, друзья, кто-то нервничает. Ну, а с другой стороны, чем будем волноваться? Жизнь продолжается. И действительно, 21 августа именно все и пошло прахом. Войска из Москвы пришлось выводить. Приказ об открытии огня никто отдавать было не готов. А после этого начинаются еще и аресты этих членов ВКЧП. Горбачев возвращается в Москву триумфально. Как на том этапе казалось, 22 августа он прилетел. Даже тут они вот с Ельциным на некоторое время оказались союзниками. Ненадолго. Правда. Ну и здесь вот все эти лидеры оказываются, лидеры ГКЧП под арестом, оказываются в тюрьме, начинается следствие. И дальше, ну тоже забегая вперед, расскажем, пока мы не дошли персонально до них, кто были эти люди. Невероятные коллизии, потому что они же вроде бы мятежники незаконно, но это было все связано с Советским Союзом. Они вот свергли законного руководителя. На том этапе, кстати, Горбачев, он же стал уже президентом Советского Союза. Вот они его незаконно отстранили от власти, объявили себя незаконно руководством. Это все было бы хорошо, если бы Советский Союз сохранился. И был бы, соответственно, процесс над вот мятежниками. Но Советского Союза в скорости не стало. В том же 91 году образовались 15 новых независимых государств. Одно из них – Российская Федерация со столицей в Москве. И любой адвокат, как будто бы, когда процесс начался только в 1993 году, и говорил, а вы по какому поводу вот моим подзащитным предъявляете обвинение? Да, может, они там беззаконно действовали в Советском Союзе. Ну, у вас же здесь Российская Федерация. Ну и в итоге, да все они старенькие, ну давайте. Это была серьезная ошибка. Но это же надо было проводить вообще целый суд и процесс, по примеру Нюрнбергского, над преступлениями большевизма, над преступлениями НКВД, над преступлением вообще коммунистической партии, но Ельцин же тоже выходит из коммунистической партии. Вот началось, давайте начнем с чистого листа, давайте вот сейчас вот в этот сложный период экономические проблемы, не будем сводить счеты, не будем ничего припоминать, и в том числе и этим путчистым, потому что последовала амнистия. И они вот в 93-94 году вышли на свободу, некоторые там еще и карьеру. Из них впоследствии умудрились сделать люди. А давайте перейдем, перед тем, как мы перейдем к портретам, я напомню нашим слушателям и зрителям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы и посмотрите, как вы можете это сделать. Мы все это время, все наши программы делаем при вашем соучастии. И очень приятно, что вы занимаетесь этим вместе с нами. Вы помогаете нам деньгами, а мы эти деньги вкладываем в развитие канала, в запись новых программ, в монтаж, в продвижение и так далее, и так далее, и так далее. В общем, все идет в дело. Сколько вы считаете возможным потратить на покупку ежедневной или еженедельной прессы, столько же вы можете отправлять и нам. Мы вам за это очень благодарны. Мы существуем только благодаря вашей поддержке, поэтому не прекращайте ее оказывать. Если еще не оказываете, то зайдите в описании программы, посмотрите, как вы можете это сделать. И огромное вам спасибо. Если не получается деньгами, то подпишитесь, поставьте лайк, это тоже для нас очень важно. И за это тоже мы всех вас очень благодарим. Ну, а теперь давайте начнем с главного, наверное, с того самого Геннадия Янаева. Да, которого они так и называли Гена. Он там еще и помладше многих из них. И вот тоже все какая-то фантасмагория. Кто этот человек? Вот как он пришел вроде бы на вершину власти? То есть все, вот он глава, пусть и самопровозглашенный глава Советского Союза, но, казалось бы, должна быть какая-то предыстория, чтобы он вот шел там по трупам или кого-то подсиживал, или был какой-нибудь неординарной личностью, вокруг которого сплотились бы сторонники. Ничего подобного.
Это вот какой-то самый такой вот серый и безликий протократ. Сравнительно молодой. Он родился в 1937 году в Горьковской области, ну, Нижегородской, соответственно, да. Понятно, что самого что ни на есть правильного пролетарского происхождения, работал на заводе инженером, потом по партийной линии продвинулся, даже не будем погружаться во все подробности. В общем, к 1990 году он возглавил ВЦСПС, вроде бы такая декоративная структура, но когда Горбачев зачищал верхушку власти от тех, кого считал потенциальными конкурентами, и про некоторых из них мы рассказываем, да, вот как-то про товарища Романова, тут ему и пригодился вот этот никакой, вроде бы не опасный, вроде бы производит впечатление такого послушного человека, без особенных амбиций. Ну и тогда-то вот он и возвысился, ну он вошел в ЦК, стал членом Политбюро в 1990 году Янаев, а потом, когда Горбачев умудрился провести выборы и стать президентом Советского Союза, то вот такая история, чем мы хуже Америки, значит, у нас должен быть и вице-президент. И этим вице-президентом как раз Янаев и стал. Причем человек настолько был никакой, это же должен был утвердить Верховный Совет съезд народных депутатов в числе прочего, а депутат совершенно не впечатляет этот Янаев никакой, сказать ничего не может. Почему этот, вроде бы, его спрашивают даже, не может на эти вопросы внятно ответить. Ну и там Горбачев фактически продавил его назначение, что это мой заместитель, я за него ручаюсь, человек квалифицированный, правильный, профсоюзами руководил, значит, и с руководящей ролью в Советском Союзе справится. И по большому счету, то, что он стал у ГКЧП лидером, это такое просто недоразумение. Кого-то же надо было избрать главным, и раз вот он формально числится вице-президентом, а президента мы как будто бы по состоянию здоровья задвигаем на третьестепенной роли и вообще изоляцию погружаем, то вот это вроде бы такая законность. И как рассказывали впоследствии члены ГКЧП, Янаев узнал о том, что он будет главным фактически за несколько часов до путча. Но они между собой это все обсуждали, ходили, наверное, там, кивали головой, да, вот все, да пора порядок наводить, до чего мы ждем, да сейчас все пойдет в прах, сейчас все развалится, а кто? Кого вот мы объявим таким вот нашим знаменем? И вот давай тебе, Гена, в чем меня, чем я вас всех так обидел? Ну, я так утрирую. Мы даже не знаем. Они сколько потом не рассказывали и не написали, сколько интервью давали, даже книги некоторые из них писали, все равно вот яркой истории никакой не получилось. Одни из них оправдывались, другие возвеличивали какую-то свою роль, третьи, наоборот, отнекивались всячески и говорили, я тут вообще ни при чем, все как-то без меня произошло. Ну так вот, ну и Янаев, несмотря на то, что прожил практически 20 лет впоследствии, а все либо оправдывался, либо что-то умалчивал. Ну, еще вот я уже упомянул, запомнилось, что когда это была пресс-конференция, ему дают слово, он что-то должен объяснить, там еще журналист собирается, дерзят, спрашивают, что там не позволит, не то, что там согласованные вопросы, а там на нужном месте, да, должен же быть такой экран, аплодисменты, продолжительные аплодисменты, все знают свою роль, тут ничего подобного. Произвол этот Янаев, бедный, бледный, потеющий, с дрожащими руками, ну все, ну что это такое, ну что это за диктатор? Одно разочарование. А потом еще арестован, потом амнистирован. Ну и в конце концов он, в принципе, они практически все. Тут тоже надо, забегая вперед, рассказать. Никто из них не пошел работать дворником. Никто особенно из них не бедствовал. Как неудивительно, многие из них, это вот все противники капитализма, борцы за Советский Союз, неплохо устроились в бизнесе, на каких-то странных должностях советников или консультантов, ну, потому что у них все равно связи там оставались. Ну, вот таким же был и Янаев, а потом еще и по научной работе. Вот он стал заведующим кафедрой истории в Академии туризма. Не бог весть что, а с другой стороны тоже вот приятно. И умер, там они, как всегда пишут, после болезни, но, тем не менее, не очень-то и молодым, 73 года, в Москве, сравнительно благополучно, без уголовных дел, не в собесе, да, как мы рассказывали, как Гришин, который пришел там, что в нищете человек пришел с пенсии объясняться, и там-то у него сердце прихватило. У этих все было гораздо лучше. И это был как будто бы главный ГКЧПист, который в историю-то вошел как последний, получается, лидер Советского Союза, пусть там и Горбачев на некоторое время после него вернулся, но вот такой вот персонаж условный, и ничего у него не получилось. Ну и про других тогда надо рассказать. Может, кто-то из последующих семи что-то из себя представлял? Нет. Там, может, были они чуть ярче,
Янаева, но на роль теневого диктатора или теневого кардинала, конечно, никто из них не... Второй – это Олег Бакланов. Тоже вот кто-то, может, помнит из людей старшего поколения. А сам по себе тоже персонаж. Родился в 1932 году в Харькове. Ну, как водится, начинал трудовую карьеру на заводе. Монтажником работал. Дорос до директора завода. Потом по партийной линии, совмещая там партийную линию с производством. В общем, он стал министром машиностроения. И в 1986 году он там получилось, что стал членом ЦК КПСС, но это у них все совмещалось, а потом стал просто заместителем председателя Совета обороны. И по должности подходил ГКЧПистам. И с другой стороны, понятно, что разделял все эти переживания, как же так, что куда катится Советский Союз. Абсолютно безликий персонаж. Ноль каких-то инициатив. Если вот они собираются, вот ну, как члены Политбюро, да, будет сидеть кивать головой, слово не возьмет, никого не перебьет, на место никого не поставит, приказ никакой внятный тоже отдать не способен ни военным, ни КГБшникам. Ну, поэтому нечему удивляться, что он никак не проявил себя во время путча, потом со всеми был амнистирован, а потом, как ни удивительно, в бизнесе, здесь советник, там какой-нибудь помощник, был президентом вице-спикера Думы небезызвестного некоего Бабурина, там тоже вот совета, да, то есть при власти, как бы это уже после амнистии, причем тоже вот забегая вперед, они почти все одинаково говорили, ведь когда тебя амнистируют, получается, что ты признаешь косвенно свою вину. И они все признали, почему? Ну, пожилые люди, в тюрьме было тяжело, хотя их там никто не бил, не пытал. Страшно представить, что сейчас творится, да, в нынешних путинских тюрьмах, а как тогда все было гуманно, пожилые люди, а потом еще некоторые из них по 30 лет прожили после всего этого, явно не страшные. И до такой степени было страшно в тюрьме, хотя они жаловались, свет не всегда выключали, и так часто выводили гулять. Вот бы сейчас они попали бы, да, там, со швабрами, смотрите, что с ними было. А эти люди выходят, вот еще раз повторюсь, становятся где-нибудь в банках какими-нибудь членами правления. Ну и вот Бакланов среди них, потому что он дожил до 2021 года, до 89 лет, и это не рекорд среди вот этих ГКЧПистов по возрасту, во всяком случае. Следующий человек, казалось бы, ну вот о которых мы упоминаем, сейчас по алфавиту просто я их перечисляю, кроме Янаева, более влиятельный. Это глава КГБ, это Владимир Крючков, это глава могущественной организации, у которого в подчинении тысячи вроде бы специально воспитанных, вышколенных профессионалов. Это не какая-то солдатня, я был простым солдатом, со всеми вытекающими отсюда проблемами, со своими сослуживцами. За всеми надо было очень строго присматривать, а то нас привезут на какое-то важное задание, мы там разойдемся, оружие потеряем, бросим все, дезертируем. Но тут же КГБ, тут все не так, там все идейные, все прошли эту школу, проверку. Ну, тоже происхождение. Он родился в 24-м году в Царицыне, соответственно, это в Волгограде. Пролетарское происхождение, тоже совмещал партийную и рабочую деятельность, был комсоргом, секретарем, потом оказался, еще, кстати, у Сталина следователь, потом был на дипломатической работе в Венгрии, венгерский даже знал. Ну и вот по, уже это, соответственно, в эпоху Брежнева, мы про это тоже рассказывали, когда надо было укреплять КГБ, превратившееся в МГБ, а потом в КГБ, партийными кадрами, надежными, чтобы не было никакого произвола, члены Политбюро не вздрагивали от того, что сейчас кого-то из них там вдруг прихватят, арестуют, начнут выбивать показания. Ну вот туда вот попал, соответственно, и Крючков, стал заместителем Андропова, сделал там карьеру постепенно. И вот он, ну, получается, как раз на излете Советского Союза, в начале 91-го он и стал главой КГБ. Но еще раз повторимся, это не профессиональный чекист, хотя много лет, получается, проработал в КГБ, партийной линии, но тем не менее, вот у него вроде бы есть такие инструменты, управление, аппарат, никакой. Точно так же не способен дать какой-то вот внятный решительный приказ, взять на себя ответственность, организовать похищение смутьянов, негодяев, как вот они там все ненавидели Ельцина, ничего не смог с этим поделать. Это как раз-таки, если я не ошибаюсь, резиденцию Ельцина окружали как раз-таки подотчетные ему спецслужбы из КГБ, хотя потом они тоже, кстати, вот пока они были арестованы, они все друг на друга валили. А в последующем, когда они вышли на свободу, они некоторые стали уже возвеличивать свою рочь. И Крючков тоже прожил еще 16 лет после того, как путч был разгромлен, и тоже там то оправдывался,
кто лукавил. В общем, тоже у него все в итоге неплохо сложилось, потому что он... Его не выдали Литве, хотя литовцы требовали, потому что он виновник литовских событий печальных, когда погибли люди во время штурма телецентра. Но это уже все было выпущено, соответственно. Потом он был помощником и советником у Путина в начале 2000-х годов. Ну и так получается, что даже книги писал там. Благополучно умер в 2007 году в Москве с орденами, с наградами. Серьезно не пострадал за все свои злодеяния. Дальше человек, который многим память... Давайте после этой троицы мы сделаем маленький перерыв. У нас середина программы, которую мы обычно отмечаем паузой. Я напомню, что это все так из цикла «Властителей». Петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Вы смотрите, слушаете, воспринимаете канал «Ищем выход». Далеко не уходите. Здравствуйте. Вот уже два года почти мы работаем в этом режиме, режиме Ютуба после закрытия «Эхо». И работаем мы благодаря вашей поддержке. И снова мы напоминаем о том, что нам нужна эта помощь. К сожалению, вот закончился январь, и там все не очень хорошо. Закончился прошлый год, и мы не закрыли дефицит прошлого года. Поэтому я еще раз напоминаю, что у нас очень много способов, как можно оказать нам поддержку. От Патреона, если вы находитесь за границей, до Бусти. Есть простые переводы на карту, есть перевод на телефон. Нам, правда, очень важно получать эту поддержку регулярно, к сожалению. Если вы не можете ее оказать, это тоже понятно. Мы просим вас, напишите нам комментарий к этому видео. Обязательно поставьте лайк и возвращайтесь к этим видеоклипам, потому что, к сожалению, новая политика Ютуба занижает количество просмотров. Спасибо всем тем, кто нам помогает, спасибо тем, кто поддерживает, и все будет хорошо. Ищем выход. Зима закончится. Все так, так. Плюс. Еще раз всем добрый день. Я напомню, что это канал «Ищем выход». Это программа «Все так плюс» из цикла «Властители». Здесь петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. Напоминаю, что мы очень ждем ваших лайков. Подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, по описанию программы зайдите, пожалуйста, и посмотрите, как вы можете помочь нам деньгами, потому что мы можем себе позволить зависеть только от вашей помощи и только от вашего финансирования. Других источников финансирования у нас нет, а финансирование – это такая вещь, без которого программы не монтируются, не выкладываются, и все это требует какого-то постоянного, надежного дохода. Вот большое спасибо вам как раз за то, что именно вы этот доход и создаете. Поэтому загляните, способы там разные, какими вы можете отправить нам деньги, какой-нибудь из них обязательно вам подойдет. Большое спасибо вам за то, что вы это делаете. Ну и, конечно же, если не получается с деньгами, еще раз напоминаю, подписка, лайк, все это то, тоже очень помогает. Возвращаемся. У нас первая троица, самые такие видные и маститые, но продолжаем по алфавиту. На самом деле, наверное, это и правильно. Валентин Павлов, очередной персонаж, член ГКЧП, очень от всех от них отличался, потому что он не из силовых ведомств и не совсем даже по партийной линии. У него же образование экономическое было, он по экономической линии возвысился. Он, кстати, единственный, кто уроженец Москвы. Отец шофер, но тем не менее был толковый мальчик, хорошо учился в математике, поступил в финансовый институт, дальше вот делал карьеру экономиста, фининспектора, работал в Госплане. И потом, когда Горбачев проводил свои реформы, реформы больше по названию, а не по сути, когда менялись названия, и в числе прочего вот учредил, даже вот разделив эти полномочия, пост премьер-министра Советского Союза, то премьер-министром и стал министр финансов Валентин Павлов, который до этого уже успел, или не до этого, параллельно все это происходило. Он чем запомнился, я тоже это хорошо помню, придумал провести реформу, то есть вот провести полноценные реформы, настоящие, когда надо, чтобы появился рынок, чтобы была приватизация, чтобы были свободные цены. Это все невозможно, страшно, болезненно. А вот, например, изъять лишнюю наличку,
Это борьба с теневой экономикой, тогда у них называлось, с теневыми доходами. Это вот когда вдруг объявляют в одночасье советским людям, ну, коротко напомню, да, если кто не в курсе, эта реформа так и запомнилась, павловская, что 100-рублевые и 50-рублевые купюры, ну, это крупнейшие, да, на том этапе в Советском Союзе, они через 3 дня будут недействительными, а будут новые купюры. И вот те старые купюры надо поменять. Если у вас в сумме 1000 рублей, вам без проблем в сберкассе поменяют. А если больше, то специальная комиссия будет решать, и надо будет доказывать, откуда это у тебя вдруг 10 тысяч рублей наличными. А выяснилось, что подавляющее большинство наличных все-таки были у граждан, а не у теневиков. Экономике это никак не помогло, только был ужас в сберкассах, хаос, штурм где-то этих организаций. И никак, конечно, финансовое положение страны это не подействовало, а Павлову потом все это, когда припоминали, и аукали. Ну так вот, он тоже вошел в ГКЧП просто в какой-то степени к подразумению, что ли. Ну вот премьер-министр, да, тоже какую-то должность занимает, причем он был сравнительно молодой среди них всех и выглядел даже как-то отличался. Это просто члены политбюро, все такие безликие, а тут он со своей такой, будем потом фотографии показывать, вот такая прическа под ежика, вроде бы хоть что-то без бумажки может сказать, но тоже ответственность же на себя не возьмет, чтобы отдать приказ там стрелять по людям. Но зато после того, как он был амнистирован, он как раз достаточно быстро устроился по банковской части, министр финансов, связи где-то остались. Соответственно, может войти куда-то в управление, это стать председателем правления какой-нибудь финансовой организации. То, что забавно, что все эти люди, которые требовали сохранить Советский Союз, потом, когда без них реформы прошли, нормально кормились с последствий этих всех реформ. Другое дело, что Павлов умер сравнительно рано. Ему было всего 65 лет в 2003 году. Одним из самых молодых. Вот, несмотря на то, что выглядел таким розовощеким, крепким, а вот оказалось, что соматическое здоровье у него не идеальное. Следующий персонаж, вот тут надо отдать должное, все-таки хоть какую-то решимость проявил, это Борис Пупо. Латыш по происхождению, отец у него был латыш, из латышских стрелков, работник НКВД, страшно сказать, да, потому что там-то Пупо родился не в Латвии, а в 1937 году в Тверской области, и даже по-русски, соответственно, ну так как все его детство прошло, и в русской школе учился, по-русски говорил лучше, но латышским тоже, соответственно, владел. И потом, когда уже в послевоенное время его отец вернулся в Латвию заниматься там наведением социалистического порядка в этой вот буржуазной своей исторической родине, то с ним туда приехал отец, закончил в Риге институт и тоже дальше по такой вот партийно-производственной линии возвышался, по комсомольской, а потом и по линии спецслужб стал членом, ну как членом, сотрудником КГБ, дорос до должности главы КГБ Латвии, это же вообще клеймо, да, получается, на всю жизнь. Понятно, что там в нынешней современной Латвии нигде не будет мемориальной доски, никто улицу в его честь не назовет, и так умудрился через КГБ в 90-м году стать главой МВД Советского Союза. Вот таким вот он пользовался доверием у Горбачева. То есть, получается, это помимо главы КГБ и министра обороны, еще один силовик в составе членов ГКЧП, у которого, казалось бы, в руках инструмент вся милиция советская, отдал бы приказ, может быть, даже и без вмешательства армии, удалось бы навести порядок. Но тогда не было такого понятия Росгвардии, но спецслужбы другие были. Ничего не получилось. И Пупо никакой ответственности на себя не взял. А вот чем он уникален, в отличие от всех остальных, что он, когда путч провалился, когда начались аресты, он застрелился. Причем застрелился вместе со своей женой. Дальше вот там уже сам он выстрелил, или жена в него выстрелила. А почему пистолет лежал рядом, а не у него в руке? А это вроде как его тесть, 90-летний. Потом вот все аккуратненько там их разложил, чтобы красивее выглядели. Ну вот, вот только такие поводы для публикации. Опять-таки мы восторгаться специально не будем подвигом Пупо, но здесь хоть какой-то поступок. Причем он был на том этапе всего лишь 54 года. Мне сейчас 54 года, а человек уже был главой Министерства внутренних дел. И все равно ничего не получилось, но хоть какой-то решительный шаг. Тут надо, кстати, тоже оговориться, что когда на амнистию пошли все члены ГКЧП, единственный человек, который отказался быть амнистированным и отказался признавать себя виновным, он не входил в состав членов ГКЧП, а просто по армейской линии был с ними заодно генерал Варенников. Он все-таки дождался, чтобы его
тоже все равно реабилитировали, даже без признания за собой какой бы то ни было вины. Еще один член ГКЧП, тоже по-своему удивительный персонаж, Василий Стародубцев. Тут уникальность в том, что до ГКЧП он практически вообще никому был неизвестен. Это, ну, понятно, все они простого происхождения. Он родился в 1931 году, из крестьян, колхозник. Каким-то удивительным образом там же с колхозов разбегались люди, а он после службы в армии в колхоз, тем не менее, вернулся на каком-то этапе, стал председателем колхоза. И формально этим председателем колхоза с небольшим перерывом, получается, формально, он был практически 30 лет, 64-го года, как раз с перерывом на ГКЧП, а потом опять председатель колхоза у себя там на родине, в Тульской области. Но в 90-м году, соответственно, вот по этой колхозной квоте он стал депутатом съезда, членом ЦК, соответственно, Горбачев, наверное, как-то по-своему доверял. Но вот еще раз повторюсь, а дальше он там тоже никакой роли в ГКЧП особенно не играл, никакой ответственности на себя взять не мог. Может, как-то должен был символизировать союз всех силовиков с крестьянством, с колхозом. Да, ну вот так же сидел, кивал головой, а потом, после того, как его вместе со всеми в 93-м году амнистировали, вот тут-то и началась у него настоящая политическая карьера, потому что он, в частности, стал губернатором Тульской области. На выборах побеждал. То есть здесь же можно было, наоборот, спекулировать на том, что я ведь так хотел сохранить Советский Союз, я ведь вот честный человек, и людям нравится, они за тебя голосуют. Потом в Государственной Думе еще посидел, и дожил он до 2011 года, тоже давал интервью, рассказывал, что он только был за все хорошее, против всего плохого, но просто вот удивительно, как карьера там дальше, да, складывалась у преступников государственных, ну, как мы уже сказали, потому что вроде как они были мятежники в Советском Союзе, а при чем тут уже отдельная существующая Российская Федерация? Ну, слава богу, что все хотя бы не кровожадные. Седьмой персонаж, предпоследний, Александр Тизяков, который тоже, ну, недоразумение какое-то среди всех вот этих вот путчистов. Мы же привыкли, что это должны быть или какие-нибудь полковники, или какие-нибудь генералы, или хотя бы харизматические какие-то персонажи, которые пробились на вершину власти через политику. А здесь же никакой политики у них быть и не могло. Они же не могли где-то там побеждать на каких-то выборах серьезных, настоящих. Если даже попадали на съезд по выборам, то это либо квоты какие-то были, либо вот голосование из одного персонажа. Ну и, соответственно, он там тоже уроженец татарской, СССР. Он родился в 1926 году, один из самых возрастных, казалось бы, на том этапе был, пригодился тоже просто как будто бы для ассортимента члены ГКЧП. И он фронтовик, он воевал после войны, был инженером, прожил достаточно долгую жизнь, 92 года до 2019. Но и он, кстати, не рекордсмен со своим вот этим возрастом, 92-летним. И он просто оказался заместителем главы правительства СССР. Такая тоже полуформальная должность была. Это вот Горбачев там все реформы проводил не по сути, а по названию уже только, да? Как будто бы если у нас будет не генеральный секретарь, а президент, то тут-то бы все и заживем. Старинная история. Если вот мы назовем главу региона не воеводой, а губернатором, то тогда у нас все будет по-западноевропейски. Нет. Еще имперская суть от этого не меняется. Ну и тоже вот никакой. Ходил там, кивал головой, сидел на вот этих вот пресс-конференциях ГКЧП, ничего яркого сказать не мог, а после 93-го года, после амнистии, как ни в чем не бывало, в бизнесе, он, правда, не в Москве, жил, а в основном в Екатеринбурге, участвовал в политической жизни, член правления каких-то организаций, они все были активные, такие пенсионеры, и вот еще до 92-го года дожил. Ну и последний персонаж, о котором надо обязательно рассказать, который и мог бы, наверное, сыграть ключевую роль и вроде бы даже выглядел немножко более решительным, но только на фоне вот этой вот безликой группы людей, это Дмитрий Язов. Он был министром обороны Советского Союза. Именно у него в подчинении были миллионы людей, десятки тысяч танков, самолетов, ну, флот, наверное, не пригодился бы для штурма Москвы, но все рычаги власти. И по-своему он тоже был... ну, как сейчас в Западной Европе принято, или у Путина, кто такой этот Шойгу, как он стал министром обороны, нигде в армии не служил, нигде никогда не воевал, образования никакого нет, и в то же время это не классический министр обороны, как в Западной Европе принято, да, который там при переделе министерских портфелей становится
главы этого ведомства. Ну так вот, у Язова с биографией все как будто бы было в порядке. Он родился в Омской области, происходил из крестьян, в молодости еще попал на фронт Второй мировой войны, прошел всю войну, такой настоящий фронтовик, был ранен, имел награды. И после, ну, чудом вообще выжил. Это страшно представить, потому что если служишь в пехоте, и ты по должности всего лишь командир взвода, ну, все. Там ничем особенно ты от солдат не отличаешься. Чуть-чуть лучше, может быть, только у командира батальона, но там дальше уже, чем старший офицер, тем дальше от фронта, тем безопаснее. А Язов как будто бы безупречной биографии. И после войны он в армии остался, и дальше там и делал карьеру, поднимаясь постепенно по ступенькам, ну, как им там надо было заканчивать академии, поднимался в званиях. И тем не менее он оказался на посту министра обороны Советского Союза достаточно случайно, потому что тоже вот напомним, Советский Союз, эпоха перестройки, и совершенно неожиданно на Красную площадь садится самолет немецкого пилота по фамилии Руст. Как так могло произойти? Как это самолет, ну, он небольшой, но все равно получается, он преодолел огромное расстояние, пролетел 1000 километров, даже там больше, и приземляется на Красной площади. А где система ПВО? А где все наши истребители? Так это что же получается? Наши враги могут безнаказанно прилететь в сердце нашей Родины, высадиться там, или десант высадить, или начать бомбить. Это скандал страшный. Ну и для Горбачева, в числе прочего, это был повод. Он недолюбливал министра обороны Соколова, не доверял ему, отстранить его. Предлог вполне благовидный и других высших генералов. А кто у нас под рукой? А вот у нас есть фронтовик, вроде бы такой честный служака, заместитель министра обороны, вот Язов. И он неожиданно вот становится главой армии незадолго до путча. И ну вот если что и было в этом интересного, что это, получается, был единственный с 1935 года глава Министерства обороны без маршальского звания, а всего лишь навсего какой-то генерал-полковник. То есть ему уже Горбачев потом звание маршала присвоил, но сейчас этого звания нет. И вот, соответственно, ГКЧП, соответственно, он тоже разделяет со всеми этими людьми вокруг себя, что нельзя допустить развала, куда катится Советский Союз. И вообще вся эта перестройка зашла в тупик, и Горбачев делает все не то, надо срочно навести порядок. Я министр обороны, я об этом позабочусь. И не смог сделать ничего. Ходили вокруг него генералы другие, ходили офицеры, звонили, спрашивали, ну так что, где письменный приказ? Ну что, идем на штурм или нет? А он все, давайте подождем, сейчас вот мы попробуем согласовать, сейчас мы проведем совещание. Ну и слава богу, в общем, за это не будем его уж точно никак упрекать. Самое интересное началось потом, потому что когда все рассыпалось, он как раз-таки тут-то он и стал проявлять инициативы. Причем инициатива совершенно удивительного рода. Он умудрился записать видеообращение, 91 год, да, 24 примерно августа, в котором каялся и просил прощения у Горбачева, что ничего плохого не хотел, вообще говорил, это была все авантюра, а я, старый дурак, в это во все ввязался. Старый дурак, он говорил, а потом прожил еще почти 30 лет. Вот он как раз и побил все рекорды продолжительности жизни, потому что он дожил до 95 лет, немножко до 100 ему не хватило, и умер сравнительно недавно. В 2020 году Язов, и получилось, что он вот уже после краха путча, после того, как он признал, что это была ошибка, что это была авантюра, что я старый дурак, а потом после амнистии, как ни в чем не бывало, возвращается к жизни живой, вовсе на пенсию не уходит, уезжать овощи на дачу не собирается, выращивать овощи он не хотел, а начинает возглавлять какие-то фонды, какие-то организации, опять-таки ветеран. Тут его везде будут чествовать, и последние свои ордена и медали он получал вот сравнительно недавно, с рук Шойгу, при Путине, которые его всячески поздравляли, сидел он там в президиуме на всяких почетных местах, и тоже умер в почете, в благополучии, этот вот горе-путчист, ну и слава богу, что так и не сумел отдать приказ о том, чтобы открыли огонь и в крови добили всех этих недовольных путянов, которые, видите ли, хотели, что страна развивалась демократическим путем, и как ужасно, что не получилось. Теперь диктатура страшная, кровожадная, агрессивная, и эта империя путинская тоже обречена, но вот не хватило после 91 года, путч-то, собственно, и стал, да, вот этим последним, последней реинкарнацией Советского Союза, после которого он и распался. Ну вот был у нас
этот путч, правда, Пригожина, может, тогда бы все в империи пошло прахом, но не этот путч, наверное, станет. Традиционный момент перед тем, как мы посмотрим на наших сегодняшних героев, я напомню, что стоит посмотреть в описании программы способы, которым нам можно помочь. Зайдите, пожалуйста, посмотрите, как вы можете это сделать, и помогите нам, потому что нам эта помощь ваша очень нужна, у нас в дело идет каждая копейка. Сколько вы считаете нужным, отправляйте, потому что ни одно пожертвование не пройдет мимо главной нашей цели. Продолжение вещания, конечно же, в первую очередь для того, чтобы ваша картина мира была выпуклой, объемной, цветной, красочной, а не однобокой и черно-белой, как вот это вот было в те самые три дня, о которых мы сегодня говорим в 91-м году. Ну и, конечно же, если не получается деньгами, то лайк и подписка всегда в вашем распоряжении. Кликните мышкой и поставьте лайк, подпишитесь. Это очень просто, но этим вы тоже нам очень сильно поможете. Давайте посмотрим. Ну да, ну, первый, у нас понятно, есть время. Геннадий Инаев, вот ну мы да, оперативно пробежимся. Мы уже говорили, человек случайно возглавил ГКЧП, просто потому что у него должность была вице-президентом. Ни на что особенно не претендовал, разделял все эти псевдоценности советские, но не способен был ни на инициативу, ни на решительность на какую-то. Пытался что-то объяснить, руки дрожали. Ну и путч провалился, и слава богу. Второй персонаж тоже никакой, но они там почти все такие никакие. Бакланов Олег тоже вот, ну, видно, такой вот партапарадчик, ровненький, аккуратненький, ноль инициатив, ноль каких-то вот возможностей, способностей проявить себя еще в чем-то. Провалился путч, ну все, ничего не поделать, тоже не особо там и раскаивался. Ну вот немножко отличался Владимир Крючков, глава КГБ, так вот, чтобы серьезно, супленный, уголки рта вниз, долго работал помощником Андропова, любил поговорить о том, что порядок надо наводить, но тоже не способен был реально чем-то управлять, взять на себя какую-то ответственность, инициативу, и не пригодился, как глава советских спецслужб, для этого самого ГКЧП. Четвертый чем-то Павлов... даже лицом на Андропова похож. Ну, они должны быть такие все усредненные, не запоминающиеся. С возрастом все становятся близнецами. Вот если бы еще и у Путина были бы очки, и он тоже такой был бы среди них всех. Так вот, Павлов, да, вот который отличается внешне, и прической вроде бы, и говорил не по бумажке, вроде бы экономист, и с цифрами дружит, но тоже вот не способен оказался ответственность взять на себя, ну, хотя бы как экономист, на проведение реальных реформ, а не этих вот, как мы уже рассказали, когда купюры там просто меняли, а чудо не произошло. Да еще и прожил меньше них всех. Это сейчас же у нас пенсионный возраст, да, 65 лет, вот он вот этот возраст только и дожил. Хотя там вот мог что-то даже сказать самостоятельно, без бумажки, даже про него говорили. Это был такой министр финансов, который любил проявлять инициативу иногда, это он и был, и придумал про эту замену купюр, не чтобы с кем-то посоветоваться. Так вроде хоть какую-то самостоятельность способен проявить, но не умно получилось у него, все равно не гений. Дальше вот Валентин Пуга, глава, соответственно, МВД на том этапе, тоже выходец из спецслужб, который единственный из всех из них проявил решительный поступок, когда после провала путча сумел застрелиться. Но тоже видно, классический такой партаппаратчик, такую, собственно, карьеру и сделал. Партаппаратную, еще и со всякими злодействами. Но я считаю, что просто любой, кто работал в КГБ, так или иначе, ну, не мог оказаться с чистыми руками. Ничего подобного не получается. Все равно преследовать надо было честных людей, диссидентов, придумывать себе какую-то искусственную работу. И, слава богу, если кровожадностью не отличался. А тем не менее, вот не дрогнула рука, если он сам застрелился с женой, там договорился, жена какая решительная оказалась, но вот этим только он от всех от них отличается. Шестое, это, соответственно, Василий Стародубцев, про него рассказывали, тоже удивительный персонаж, колхозник, который вот как был председателем колхоза, так потом в эту деятельность вернулся, а потом после путча еще и с карьеры все наладился, считал губернатором тульским, но тоже вот сидел там для ассортимента среди членов ГКЧП, так же, как и следующий. Это получается уже седьмой персонаж, Александр Тизяков, тоже никакой, случайно там оказался, не способен был ни решение самостоятельно принять, ни ресурсов у него особенных не было, инициативу какую-то проявить, но зато оба они, и Стародубцев, и, соответственно, Тизяков, в отличие от Пуга, расставаться с жизнью-то не собирались, или еще пожить. Ну и последний здесь как раз вот хорошо, он тут в паре с Горбачевым, Язов, вот ведь как судьба удачно сложилась, спасибо пилоту Русту,
который в тюрьму-то попал, посидел, потом его отпустили. И тут какой карьерный шаг. Твоего предшественника Соколова отправят в отставку, ты становишься министром обороны, колоссальные ресурсы, и вот твой звездный час, когда ты в августе 91 года можешь решительно отдавать приказы танкистам, летчикам, десантникам, навести порядок, все в железные клещи замкнуть. Ничего подобного Язов сделать не смог, зато прожил дольше всех. 95 лет, и награды еще и от Путина умудрялся получать. За что? Что, вот такой вот он подвиг совершил. Ну и последняя фотография, просто хочется показать, она такая сам по себе яркая. Это вот здесь они не все, это вот эта знаменитая пресс-конференция, где они что-то пытаются объяснить, что у них получается. Журналисты им дерзят, у Винаева в руки дрожат, сидят вот такие безликие персонажи, друг на друга оглядываются, ждут, кто из них станет чуть-чуть более решительным, возьмет на себя ответственность. Никто ответственности так и не взял. Так вот Советский Союз они не сохранили, и слава богу. Ну и ждем, когда максимально мирным путем распадется и Путинская империя. Слушайте, мы на очень символической ноте заканчиваем наш цикл, потому что вот эта фотография, она прямо олицетворяет на сером фоне серые костюмы. Просто мы не расстроимся, если что-то случится с Путиным, или они сами его где-нибудь запрут в Фаросе, вдруг, потому что что-то он не то делает, или естественным путем потом соберутся все вот эти люди из его окружения, серые безликие, попытаются что-то там объяснить, нельзя допустить развала России, и тут она вся и развалится. Надеюсь, их вот так запросто уже всех за все эти страшные преступления, людей в окружении Путина хотя бы не амнистируют. Не надо повторять эти ошибки. Но программа «Все так» продолжается, и каким образом она продолжится, вы узнаете на следующей неделе. А пока что мы прощаемся с вами как раз вот до этого самого воскресенья. Петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Всего хорошего, до свидания. До свидания. «Все так» плюс.